Новые возможности открылись для бизнесменов Ненецкого округа. Фонд поддержки предпринимательства будет выдавать микрозаймы, а также предоставлять финансовые гарантии банкам при оформлении кредитов. С переходом полномочий по содействию развитию предпринимательства с муниципального на региональный уровень окружные власти впервые смогут предоставлять такие виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. О микрозаймах и новых возможностях расскажет Любовь Пермякова. Один из видов бизнес-поддержки – микрозайм – будет предоставляться 16 марта этого года. По словам главного финансиста округа Татьяны Логвиненко, сейчас у фонда есть все полномочия для осуществления данных функций. Мы очень длительное время проходили лицензирование, получили лицензию на осуществление. Это банковская операция, поэтому, в принципе, на выдачу этих микрозаймов. И сейчас уже технически полностью готова. Инфраструктура для этого создана. Микрозайм будет предоставлять фонд поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ненецкого округа и не имеющих задолженности по налогам и другим обязательствам. Микрозайм – это такой же кредит, но процедура получения этого кредита, сроки рассмотрения этого кредита и, в общем-то, процентные ставки, они довольно-таки очень мобильные и легкие. Вот, например, ставки у нас будут по продуктам от 6% годовых до 10%. 10% – это на продукт на доверие. Это для тех предпринимателей, которые у нас уже наработают кредитную историю и могут взять без поручительства, без залога микрозайм до 200 тысяч на год. А так, сроки предоставления микрозаймов у нас от 3 месяцев до 2 лет. Суммы, минимальная сумма по любому виду продуктов – это 100 тысяч, максимальная – 1 000 000 рублей. Кроме микрозайма на доверие, Комитетом инвестиций, Фондом развития предпринимательства и Департаментом финансов разработаны несколько видов программ, для которых действуют разные условия выдачи. Так, по программе «Старт» срок предоставления микрозайма составит от 3 до 24 месяцев, включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика. Такие же сроки установлены для программ «Старт» и «Фермер». А для микрозаймов «Бизнес-инвест» и «Новотех» сроки составят до 36 месяцев. Если микрозайм будет предоставлять непосредственно сам фонд, то в другом виде поддержки гарантий при заключении кредитных договоров фонд выступит поручителем перед банками, в которых предприниматель берет кредит. Гарантия – это, например, вы предприниматель, хотите получить кредит в банке, у вас нет залога. Это, как правило, беда наших предпринимателей, когда нечем обеспечить кредит, и банк не дает, как правило, кредит. Поэтому в качестве залога наполовину кредита выступает поручителем наш фонд. Такие поручительства заменяют часть залогового обеспечения и являются дополнительным преимуществом при получении займа. Это своеобразная гарантия того, что если заемщик не сможет платить по обязательствам, их возьмет на себя гарантийный фонд. Для каждого вида программы предусмотрен свой пакет документов, с которыми можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа – fond83.ru. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».